Привет всем моим любимым подписчикам. Сегодня меня ждет очень интересная смена образа. Простите, что я так говорю. Просто бежала, потому что тут лестница, и я запыхалась. Фух. Сегодня я буду менять свой цвет волос. И на меня на это смотивировала фирма Summersby. У них проходит сейчас конкурс. И они предлагают покрасить девушкам и парням свои волосы в черничный цвет. И можно участвовать у них на страничке в Фейсбуке и выиграть бесплатную покраску в самых крутых салонах Киева. Но я в черничный не решилась краситься. Я буду краситься в красный. Буду тоже ягодкой, но не черникой. Буду какой-нибудь клубничкой, наверное. Если кто помнит, на первом курсе я была с красными волосами. Поэтому для меня это не впервые. В общем, с таким цветом волос видите меня последний раз. Не знаю, насколько долго мне хватит ходить в красном, но надеюсь, что надолго. Предполагаю, что будет у меня примерно вот такой цвет. Но это не точно. Цвет кроссовок не получилось, но тем не менее мне очень нравится. Он такой взросло-красный. Вот, мне сказали, что в следующий раз можно будет покраситься уже в тот цвет, который я хочу. В этот раз просто бы так не вышло, потому что я высветлялась. Вот, я бы очень испортила себе волосы. Поэтому в следующий раз я буду уже совсем как русалка. Ну а сейчас я почти русалка. Я так скучала за этим. Преимущество красного цвета в том, что высветлять волосы порошком не нужно. В отличие там от каких-то других ярких, типа там синий, зеленый цвет. Вот. И мне нужно было осветлить только свой корень для того, чтобы цвет был равномерным. А так просто красишься себе, да и все. Зависимо от того, насколько у тебя темный цвет волос, нужно брать. Чем выше этот процент, тем ярче краска возьмется. Все. Вот и все секреты. Я сегодня пойду отмечать, праздновать не только день рождения своей сестры, но и смену имиджа в очередной свой раз. Боже, я так давно не красилась. Я проходила блонд год и еще год типа что-то а-ля среднее между блондом и русом. Я так соскучилась за этими переменами. И теперь я снова клевая, красная. Классно! Ура! Ребятушки, я уже нагулялась. Я отпраздновала день рождения своей сестрички. И я думала купить по дороге домой бутылку Summersby черника для полной красоты образа. Но, представляете, я ее не нашла. Наверное, просто потому, что это еще довольно-таки редкий товар. Был только Summersby грушевый и яблочный. Но я хотела именно чернику, поэтому решила, что лучше сегодня вообще ничего не покупать. Вот, но я ее уже пробовала, и мне она понравилась. Это так, если что, на секундочку. Она вкуснее, чем все остальные Summersby. Хотела бы вам пожелать не бояться краситься в яркие цвета, особенно если вы девочка. Вот, потому что жизнь, она такая, она одна, она коротка. Я, к примеру, очень боюсь экспериментировать в плане какого-то адреналина, экстрима, чего-то такое делать сумасшедшее. Но я всегда люблю экспериментировать со своей внешностью, потому что все, в принципе, можно вернуть, волосы отрастут, все как бы хорошо, нормально и не вредно для здоровья. Вот. Поэтому я вам советую пробовать краситься, пробовать на себе что-то новое, что-то яркое. Я за сегодня словила кучу взглядов посторонних мужчин, которые просто смотрят такие типа. Это безумно приятно на самом деле.
Прям чувствую, что ты выглядишь классно, красиво, ярко. Почему бы и нет, ребят? Пробуйте, живите ярко. Я вас всех очень люблю и целую. Ссылочка на конкурс Summersby вот тут вот ниже. Пока!